Добрый день! Приветствую вас на нашем канале «Творческая семья». Я расскажу, как я делаю омлет без молока. Вот это у меня тут яйца. Нет у меня молока. У меня есть майонез. Ну, у меня тут 4 яйца, ну, примерно 2 суповые ложки майонеза. Перчик. Я сейчас положу. Соль не ложу, потому что майонез все равно. Взбила. Выливаю на сковородку, сверху помидорки. Помидорки я режу. Мне не нравится, когда я откусываю и тянется весь помидор. Если для красоты, то, конечно, я делаю крупненькие. А так я кубиками. Жарим. Мой омлет готов. Очень быстро. Сейчас покажу, что я буду с ним. Я его зелень положила, поперчила. Сложила. Теперь режу по порциям. Такой завтрак у меня. Чем мне нравится вот такой омлет? Он такой более остренький, чем на молоке. Плюс мне этот омлет нравится. Когда жарю картошку, и залить вот таким омлетом. Он именно вкус такой остренький, хороший вкус. Еще мне нравится, сырую картошку можно жарить и залить. Можно вареную картошку, макароны подогревать, залить. Но больше всего мне, конечно, нравится с грибами. Вот, пожарить грибы и залить таким омлетом. Ой, как воздушный. Я, конечно, все делаю на глаз. На 4 яйца там 2 суповые ложки. Положите 3, все равно все получится. Очень вкусно. Он такой, попробуйте. Ой, как вкусно. Ой. С помидоркой. Ну, можно помидор не ложить. Там помидорка на языке исчезает. Я немножко помидорку ложу. Именно, чтобы она там укатывалась. Ой, как вкусно. Обыкновенный омлет. Но можно его так вкусно приготовить. Готовьте омлет без молока. Особенно мужчинам нравится. Хотя и дети любят. Все любят вот такой.